Плохо. Очень плохо. Почему? Ну, придется больше работать. Честно, в шоке. Не хотелось бы. 63 года, если она уйдет. Она что, даже внуков с внуками не поиграет, не побегает. Категорически я к этому отношусь. У нас большинство людей не доживает до этого возраста. Это получать всю жизнь работать и работать и работать, а потом помирать. Надо повысить сначала уровень жизни, а потом уже повышать пенсионный возраст. Если работать до 60 или до 62, мне кажется, это нормально. 55 лет, допустим, женщина еще полна энергии, а ей уже выдают удостоверение по старости лет. Ну, я думаю, что это еще не старость лет. Это плохо. До 60 уже в нашем городе вот так хорошо. С нашей экологией так здоровья нет. Как бы, а если еще и возраст подняли, и что, и делать? Работать, извините, до гробовой доски? Вот так и получится, наверное. Не знаю, честно. Не страшно, наверное. Те люди, которые работают на производстве, им сложнее, сложно будет доработать. До пенсионного возраста. Лучше, как обычно, 60 лет выходит, и нормально. А позже работы толком не будет. И вот так как. Я трудолюбивый. Я трудолюбивый больше. Хотел бы дольше проработать.